5 лесных пожаров действуют в Забайкалье на утро 10 апреля. Очаги зарегистрированы в Читинском, Газимурозаводском, Сретенском и Чернышевском районах на общей площади 105 гектаров. Количество погибших в ДТП в Забайкалье за последние 4 года снизилось на 25%, зато пострадавших в авариях стало больше на 15%. Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края к 30-му году снизится на 3% и составит 1 миллион 49 тысяч человек. Забайкальский край вошел в число регионов России, где преобладают штрафы ГИБДД, оформленные при помощи камер фото и видеофиксации на автомобильных дорогах. Их количество составляет 89% от общего числа взысканий. По данным сайта Управления гидрометеорологии, 10 апреля в Чите ожидается северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. При этом ночные температуры до минус 10, днем до 5 градусов тепла.